В Успенском районе идет подготовка к уборочной страде. Сколько гектар в этом году засеяли крестьяне и каким выдался урожай, расскажем в следующем сюжете. Ербулат Смаилов – сын руководителя крестьянского хозяйства. Отучился на учителя физической культуры и, проработав пару лет, понял, что душа лежит к земледелию. Вся его семья занимается полеводством. В этом году их крестьянское хозяйство пшеницей засеяло более 400 гектар. Также они выращивают подсолнух и гречиху. Засеяли, все нормально, благополучно, дай бог, планируем 15-17 гектар с гектара урожайность такая видовая. Посевная началась чуть-чуть раньше, передвинулась она на 2 недели, так как у нас в основном мы сеем хлеб и пшеницу чуть-чуть начали раньше. По словам Ербулата, своевременные дожди пошли на пользу урожаю. Колоски пшеницы хорошие. Еще один фермер, Ерлик Мухамеджанов, также рад за хорошую урожайность в этом году. Отличие лишь в том, что он выращивает лен, популярность которого в нашей области не так высока. Ну, у нас площади не сильно большие. У нас, в общем, совместно с КХ «Арбидай» у нас 2000 гектаров. Вот вместе совместно скооперировались и работаем. С этого года начали возделывать лен. Вот первый раз вот с евразийской компанией совместно вот этот, с их агротехническими нормами и со всеми вытекающими с этого. Опыта у нас не было никакого и нету. Первый раз, вот первый год. До этого Ерлик Мухамеджанов занимался гречихой. Льняное масло тоже хорошо оплачивается. И он решил поэкспериментировать. Однако и про гречку не стал забывать. Сеет наравне с новой для него культурой. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыс-Акпарат из Успенского района.